Освободить садоводство Орешек от незаконной элитной застройки попытается Следственный комитет Ленинградской области. Проверка контрольно-ревизионного комитета территории Морозовского сельского поселения во Всеволожском районе выявила серьезные нарушения правил землепользования и застройки. Участок площадью 15 гектаров на берегу Невы, который находится в водоохранной зоне и принадлежит лесному фонду, местная администрация безвозмездно передала под новое садоводство. При этом список владельцев шести соток, который состоял из родственников, муниципальных чиновников и депутатов, заинтересовал областную прокуратуру. Вернуть землю пытаются и в правительстве региона, где создана специальная рабочая группа.